Президент подписал ряд нормативных актов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса. На встрече с главой государства, членами правительства и парламентариями, представителями бизнес-сообщества был озвучен ряд проблем. Среди основных – трудности в работе с таможней, дорогие кредиты, устаревшие нормативные акты контролирующих органов. Но больше всего предприниматели сетовали на большое количество проверок. Комплексные плановые проводятся раз в 3 года, но есть еще и внеплановые контрольные мероприятия. Самое интересное, что причину не объявляют. Почему внеплановая проверка? Просто внеплановая. И эта внеплановая, она идет иногда через полгода от плановой, через год от плановой. Ну и не понимаешь, что ж ты такого натворил, чтобы тебе уже пришли... То есть что такое внеплановая? Это та же плановая. Все документы 100% привезите, покажите, расскажите. И все то же самое, что с плановой. Выслушав предпринимателей, президент прямо в ходе встречи подписал специальный указ и зачитал его. Всем органам государственного контроля и надзора, подчеркиваю, всем, в 2016 году приостановить проведение плановых мероприятий по контролю и надзору в отношении физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Второе. Внеплановые мероприятия по контролю и надзору в отношении физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, проводятся при наличии согласования приказа о проведении мероприятий по контролю и надзору председателем правительства при Ленинградской и Молдавской республике. Кроме того, президент подписал еще ряд законов для повышения деловой активности. Расширен перечень резидентов производственных свободных экономических зон. В него вошли организации, производящие программные продукты, а также субъекты, занимающиеся обработкой обращений и информированием по голосовым каналам связи, то есть колл-центры. Также в Приднестровье в ближайшее время будет учрежден институт бизнес-омбудсмена, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Эта инициатива была озвучена представителями малого и среднего бизнеса и поддержана президентом. Подобные мероприятия планируют проводить раз в несколько месяцев.